Проверить свое репродуктивное здоровье теперь можно бесплатно. С 2024 года для женщин и мужчин от 18 до 49 лет предусмотрено прохождение репродуктивной диспансеризации. Превентивная медицина направлена на профилактику заболеваний и раннее выявление рисков. Репродуктивный чекап включает в себя консультацию специалистов, исследования и анализы, УЗИ-диагностику. Для каждого пациента врач определит индивидуальный план необходимых обследований и даст рекомендации по дальнейшей профилактике или лечению. Правильное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек – все это основа здорового образа жизни. Но независимо от этого важно пройти репродуктивную диспансеризацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления.